напоминаю, что проголосовать за пару нашу, если вам понравилась и наша пара, и наше выступление, можно только во время эфира. Ссылочки в актуальном. Жду вас всех, я буду смотреть с вами. И перезаряжай, а перепереживай. Меня не скучай, без тебя дышать. Мой шрам, ты хотел любить, теперь решай. Перезаряжай, а перепереживай. Меня не скучай, без тебя дышать. Новички уже выполняют трюки, леденящие душу зрелище. Да, скажи, что ты говорил, когда ты первый раз меня увидел. Я испугался, честно говоря. Она передвигалась по льду, не поднимая ноги. Это был силуэт такой скрюченной фигуры. Я даже не узнал издалека, кто это. Я так закатил немножечко глаза. Макс, что ты хочешь нам с Надей пожелать? Чтобы дожили. Лежи, стопа! А стопа! Стопа! Чтобы я дожил до вашей... Давай, стопа! Стопы! Стопа! Развернутые стопы! И вытянутые ноги! Я сейчас пойду с ним разберусь. Давай, давай. Ну что, через час... Через час 20 встречаемся на Первом канале. Давай, села. И попец, поднимай. Давай, поднимай. Хотя бы 5 раз. И раз. Встала. 2. Встала, умница. 3. Сама на ноге поднимаю. 4. Поднимаю. И... 5. Кроссовка. Кроссовка. Поменяла ножку. И поднялась. Села. Но левая болит? И тогда не надо. Колено болит. Села на правую ногу. Левая рука вперед. Ты чё одна? Перезаряжай, а перепереживай. Меня не скучай, без тебя дышать. Мой шрам, ты хотел любить, теперь решай. Перезаряжай, а перепереживай. Меня не скучай, без тебя дышать. Начинаем. В общем, что сейчас происходит, нас все на панике, на суете, мы только что вытащили шарик. Заветный номер, и мы знаем, какие мы будем кататься. Итак. Итак.
это знак бесконечности. 8. Да. Это типа хорошо? Отлично. Я не знаю, когда это можно... Я даже не знаю, когда это выложу, и выложу либо в школе. Типа после уже. Началось. Да, 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 ледниковый период 2020, юбилейный выпуск. Ну что, я не верю. Мы уже у экрана, наш номер 8. Включайте все Первый канал. Смотрите, это просто... Я не знаю. Как вам объяснить, насколько это невероятно, невозможно что-то делать? Это просто невозможно. Жду вас всех в экран. О, правила. Не первый, а также в группе «Ледниковый период» в «Одноклассниках». Голосовать можно только во время эфира. Да. Ледниковый период 2020. Юбилейный выпуск. Поддержка, если поначалу, когда только пыталась выйти в эту поддержку, партнерша показалось, что ей непросто, но дальше вся эта кажущаяся сложность исчезла. Сейчас вот этой нитью связаны партнеры. Боже мой! Как это возможно вообще? Сус! Круто! Шмурашки! Боже мой! Держись! Обалдеть! Моя сусля! Это ты? Умничка! Thank you.
Ну хорошо катается. Сразу все увидел. О, Костомаров 6-0. Как вам наш номер? Не, ну вот серьезно, сегодня не хотела ставить 6-0 вообще никому. Ну вот Соловьёву вот просто, ну просто молодец. Вот там рядом, там, ну, 5-9 раз за это можно поставить, как бы. А Соловьёв 6-0? Соловьев 6-0, как бы. По технике. По технике тоже 6-0 просто. Он Соловьев. Артистизм тоже 6-0, как бы. Твои слова, да богу в уши, авербогу и всем-всем-всем. Просто лучший. Давид, ваши эмоции после просмотра ледникового периода? Хочу сказать одно. Неважно, как вы катаетесь. Главное, чтобы вы катались с Костомаровым. 6-0. Привет, твоей техники. А я тебе единственное желаю, конечно, чтобы ты не останавливалась, не скрывала своих эмоций в следующих передачах и совершенствовалась технически. Но у тебя прекрасный партнер и всего хорошего, удачи. Спасибо, Лена, хотел добавить. Да. Перезаряжай, а перепереживай. Ты меня не искушай, без тебя дышать. Мой шрам, ты хотел любить, теперь решай. Перезаряжай, а перепереживай. Ты меня не искушай. Проблема. Да. Ну, сейчас у меня есть возможность высказать это на льду Первого канала. Я не была более знакома с вашим творчеством. Я обязательно познакомлюсь. Дим, ты молодец. Поддерживал, подхватывал. Красота просто. И украшения на шею, и пояса, и колечки. Просто за пару часов мне прислали такие потрясающие украшения. Боже, это что за красота? Сережки, колечко, спасибо большое. Мими, спасибо за наводку и селфи-шоп. Спасибо за такую красоту. Ой. Красное платье. Вот-вот.
вот. Я на коньках вообще не стояла, от слова вообще. Тяжела и неказиста жизнь фигуристка, приехалась после тренировки на одну программу. Вот как интересно, такая непринужденная атмосфера на тренировках, постоянные улыбки, даже подколки, хотя и поддержка со стороны, конечно, более опытного фигуриста Димы Соловьева в адрес Ольги Бузовой и... процент. Тут вообще говорить не о чем. Ну что, команда «Ух», работа до двух. Мы встретились вновь каждый день. И каждый день, как в первый раз. Красивый макияж, бай. Маришка, моя девочка, спасибо. Ну что, работать сложно, но у нас... Ну можно. Ну можно, да. Прическа, смотри. Мы сейчас... Да, покажи. Мы сейчас, чтоб вы понимали... Идем снимать снипет на мой новый трек. И мои феи со мной. Как всегда. Да. Мои феи всегда со мной. Я хочу сказать огромное спасибо стрелковому клубу «Объект» за
представление просто потрясающей локации, которая идеально подходит под мой новый трек и сниппет, который прямо сейчас, в 1:25, я снимаю. Вот этот кадр. Можно даже не... Если есть дым и шикарный свет, это значит Тагир in the house. Да. И Magic by Tagir. Сколько времени? Сейчас будет чудо. Вот, 2 часа ночи мы снимаем сниппет. Перезаряжай, а перепереживай. Ты меня не искушай, без тебя даже перезаряжай.